Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжает актуальное интервью. 31 мая – Всемирный день отказа от курения. О том, как можно побороть эту пагубную привычку, мы поговорим с психотерапевтом Ноябрьского психоневрологического диспансера Ксенией Бенисович. Ксения Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ксения Александровна, вы раньше курили? Да, вы знаете, я курила, но в принципе заядлым курильщиком я себя не считаю. То есть я считаю, что, скажем так, мое употребление табака больше приурочено каким-то мероприятиям. То есть это сборы с курящими друзьями, то есть можно так сказать, за компанией. Но, тем не менее, в любом случае, даже вот эту небольшую привычку вы, в принципе, смогли побороть и в будни не прибегаете к сигаретам? Нет, в будни не прибегаю к сигаретам, даже по той самой причине, что я лечу табачную зависимость и все-таки считаю это вредной и пагубной привычкой. Скажите, ну а что это вот такое? Это все-таки физиологическое или психологическое больше? Вы знаете, привычка? Это сочетание как физиологической, так и психологической зависимости, потому что вред табака, в принципе, недооценен. Его считают сильнейшим наркотиком, потому что очень сильное не столько физическое привыкание, сколько психологическое, потому что человек ассоциирует выкуренную сигарету с расслаблением определенным, снятием стресса, хотя на самом деле это не так. То есть выкуренная сигарета еще больше человека, например, одномоментно, конечно, адреналин выделяется, ты как-то успокаиваешься, бодришься немного, но тут же наступают определенные провалы, и человек еще больше впадает в состояние тревоги, депрессии, с которому человеку выбраться крайне тяжело. То есть, по большому счету, сигареты действительно оказывают какой-то легкий наркотический эффект? Да, конечно. То есть это уже такой признанный, да, в общем-то, факт. Ну и тяжело вообще бросить курить? Тяжело от него избавиться раз и навсегда? Вы знаете, женщинам бросить курить тяжелее, чем мужчинам. То есть большинство мужчин бросают одномоментно. То есть они решают, выбирают для себя день и бросают. Женщинам же проще бросить постепенно, то есть снижая дозу выкуриваемых сигарет. И на женщин, как алкоголь, наркотики, табак. То есть эти зависимости для женщин крайне пагубные. Женщины очень тяжело поддаются лечению. Им очень тяжело, скажем так, побороть эту привычку. А с чем это связано? Почему такое разделение? Вы знаете, я считаю, что это больше связано, скажем так, с самой природой женщины. То есть женщина, она более подвержена зависимости. То есть ее мозг и нервная система более хрупкие, чем у мужчин. Интересный момент. Все-таки бывают же случаи, когда и женщины, и мужчины бросают, в общем-то, даже спустя 20 лет, 30 лет курения. Кстати, время вот этой привычки играет роль в данном случае? Конечно, стаж курения влияет на результаты лечения. Чем больше стаж, тем тяжелее бросить, опять-таки, и с физиологической точки зрения, и больше с психологической, потому что за это время человек обрастает определенными ритуалами. Например, я курю, если я пью кофе, да, там, например, я курю, если, например, там, мне нагрубили. После еды? Да, там, я курю после еды. То есть и именно тяжело даже не бросить курить, а тяжело побороть данные ритуалы. То есть человеку надо перестраивать всю свою жизнь. Ну и, соответственно, чем дольше, чем больше стаж, тем, естественно, сложнее. Тем привычки они укоренились. Потому что есть условный рефлекс и безусловный, да, то есть это рефлекс условный, который вырабатывался. А то, что делаем мы рефлекторно, побороть тяжело. Но то, что сигареты вредны, я думаю, тут мы с вами абсолютно согласны, солидарны. Скажите, а что насчет вот жевательных резинок никотиновых и пластырей, благодаря которым, ну, если верить, по крайней мере, рекламе, можно побороть эту привычку? Как вы вообще? Вы знаете, все фармсредства, которые помогают бросить курить, они крайне эффективны. То есть просто надо подобрать индивидуально. То есть после беседы с наркологом, с психотерапевтом, вы можете подобрать индивидуально лечение. То есть это могут быть пластыри, это могут быть ингаляционные препараты, то есть это могут быть таблетированные препараты, это может быть лечение с помощью гипноза, то есть все это индивидуально подбирается и имеет высокий уровень эффективности. И вы в своей практике используете? Да, конечно. Лечение, да? Да. Ну, скажем, те же пластыри, жвачки, они помогают вот именно избавиться от физиологического привыкания. Да. Скажите, а какие еще методики вы используете в целях избавить человека от этой пагубной привычки в своей практике? Мы используем так называемое мотивационное интервью, то есть когда мы выясняем у человека, по какой же причине, в принципе, он хочет бросить курить, потому что, например, если стаж большой, естественно, курильщики с малым стажем к нам не обращаются, то есть к нам обращаются люди со стажем 10-20 лет, то есть у тех, у кого наступили определенные побочные эффекты, то есть когда уже проблемы с сердцем, с легкими, то есть и им бросить курить, в принципе, даже необходимо, потому что они могут умереть, если они не бросят. Тогда, естественно, мотивация закрепляется в человеке, то есть человек убеждается еще раз в том, что его выбор бросить курить – это правильный выбор. И для этих целей мы используем уже дальше гипноз.
С помощью гипноза мы человеку, можно так сказать, меняем память, стираем память на пагубные привычки и даем новую память, то есть, скажем так, более позитивную, что, например, вы пьете кофе, да, и смотрите в окно, вы пьете кофе и общаетесь с близким человеком. То есть мы стираем тот момент, когда вы пьете кофе и берете в руки сигарету. То есть с помощью гипноза вы боретесь как раз-таки с ритуалами? Да, все верно. Это действует, это эффективно? Да, лечение зависимости, они эффективны. Главное правильно подобрать и медикаментозную поддержку, скажем так, и гипнотерапию. Более 80% успеха, в принципе. Но в любом случае, чтобы гипноз подействовал, надо, чтобы у человека была мотивация именно бросить курить. Да, чтобы человек пришел и сказал, я хочу бросить курить, помогите. Скажите, а наркотическую, более сильную наркотическую зависимость с помощью гипноза можно победить? С наркотической зависимостью сложнее. Здесь, в принципе, лучше работать, на мой взгляд, больше с ясным сознанием человека, потому что наркотическая зависимость, она очень сильная и физиологическая, физическая, и психологическая зависимость. Здесь гипноз не столь эффективен. То есть при алкогольной зависимости, да, это эффективное мероприятие, при наркотической нет. То есть при алкогольной тоже применяют? Да, конечно. Ну, обязательно, чтобы человек, естественно, был трезвый, да, при этом? Ну, и трезвый, и, в принципе, он осознавал то, что он делает и для чего он это делает. Чтобы у человека была мотивация, вот так называемая установка на трезвость. Если после 20 лет постоянного курения бросаешь курить, то есть какие-нибудь физические последствия, ну, скажем, синдром отмены, как это называется? Может быть, опять-таки. Человек может нервничать в этот период времени, потому что, ну, так, скажем так, забрали самое близкое и родное. Ну, вы когда-нибудь замечали, что происходит с ребенком, когда у него отнимают соску? То есть он кричит, нервничает, он переживает, он может просыпаться ночью. То же самое с человеком. То есть когда что-то забираешь, надо что-то дать взамен. То есть мы даем взамен другие, скажем так, позитивные привычки, какой-то спорт. Можем помочь медикаментозно, то есть дать препараты, которые на данный период времени могут успокаивать человека. Имеет ли смысл заменять эти привычки какими-то, ну скажем, сигарету заменить конфетами, например? В принципе, конечно, имеет смысл. Например, конфеты должны быть либо анисовые, либо мятные. То есть, чтобы был яркий, выраженный вкус. Некоторые используют сырные палочки. То есть, ну, леденцы, они более эффективны, потому что, скажем так, период их исчезновения во рту довольно долгий. То есть, человек за это время может уже успокоиться и передумать идти курить. Скажите, и сколько восстанавливается организм после того, как человек бросит курить? Вы знаете, организм восстанавливается постепенно, то есть и постепенно снижаются риски потом сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов, риски, связанные с дыханием. Все это снижается постепенно, но весь организм восстанавливается в течение где-то полутора лет полностью. Полутора лет, да. И возвращается, я так понимаю, обоняние? Да, притупленное во время курения? Обоняние, осязание. То есть человек может уже различать вкусы, запахи, ароматы, воспринимать мир уже без пелены табачного дыма. То есть, когда человек курит, он, в принципе, плохо осознает, что многие те же самые запахи, многие чувства у него притуплены, да? Да, они становятся менее яркими, они становятся искаженными. Скажите, а вот может ли человек сам бросить курить, и есть ли какой-то возраст, определенный стаж, после которого это уже практически невозможно? Нет, такого стажа определенного нет. Опять-таки, все зависит от установки, от человека. Есть множество случаев, когда люди самостоятельно бросали курить. То есть, они могут просто проснуться в один прекрасный день и решить, что нет, я все-таки курить не буду. То есть некоторым помогает прочтение знаменитой книги Алана Карра. То есть она есть варианты женский и мужской, то есть как бросить курить для женщины, как бросить курить для мужчины. Скажите, помогает. Вы как специалист советуете эту книгу? Я считаю, что прочесть эту книгу имеет смысл, потому что действительно многим людям она помогает. И есть еще фильм, снятый по этой книге, тоже довольно эффективная фильм, вещь. Да? За счет чего эта книга работает? Она дает четкую пошаговую инструкцию, как бросить курить, и разъясняя весь вред, получаемый при употреблении, скажем так, табака, и всю ту пользу, которую вы получите, если вы не будете курить. Человек, естественно, начинает задумываться, взвешивая все за и против, он принимает решение бросить курить. То есть как-то логически объясняет, что ничего хорошего, да, в этой привычке, в общем-то, нет. И больше и плюсов, если не курить. Да, и что не так тяжело, в принципе, бросить курить. Скажите, если человек бросил курить, но спустя какое-то время позволяет себе иногда выкурить сигарету, ну, может быть, две в день, то есть не систематично, продолжает иногда покуривать, это вообще, это самообман? Это определенный самообман, вы забываете, что все мы от чего-то зависим. То есть в любом случае человек, как я уже выразилась, зависимое существо, и периодически нам свойственно возвращаться к любимым привычкам. То есть мы не можем вылечиться, наверное, до конца, мы заменяем одну привычку другой. То есть, если мы на тот момент не нашли адекватный замен, мы можем вернуться снова попробовать. Не всегда это означает то, что произошел срыв, и человек вернулся к употреблению.
То есть не всегда это означает возврат к систематическому потреблению табака, да? Скажите, а к вам часто обращаются с желанием бросить курить? Да, таких желающих много, тем более с появившимся законодательством, да, то есть людей начинают, скажем так, курильщиков начинают везде притеснять, не везде можно курить, не так легко купить сигареты, то есть их нет на витрине, ты, когда нет раздражителя, ты иногда забываешь их покупить, и люди проходят мимо. То есть во многих компаниях приветствуется здоровый образ жизни, поэтому люди начинают отказываться от курения. И долго ли вот у вас курс длится? Опять-таки, курс абсолютно индивидуальный, зависит от человека, то есть от его готовности и мотивации. Вы знаете, даже не подскажу, ну, где-то в районе месяца это точно надо будет с этим заниматься вопросом. Постоянных посещений, да? Да, потому что есть определенные сроки, когда наступает срыв, это месяц, 3 месяца, 6 месяцев и год. Угу. И все это время вы применяете гипноз? Нет, не обязательно. Человек может ходить на консультации, на поддержки, может посещать определенные группы, чтобы ему было легче отказаться от своих пагубных привычек. А каких пациентов у вас больше, женщин или мужчин? Вы знаете, и тех, и других поровну. Женщины, естественно, они замечают, что табак вредно влияет на их внешний вид. То есть курящая женщина выглядит на 5 лет старше своего реального возраста. Мужчины начинают бросать, потому что бросили уже многие их коллеги, друзья. То есть, ну и в принципе, в обществе стало модно быть здоровым. А молодые люди бывают у вас, молодые люди? Вы знаете, молодых людей я встречаю реже, то есть да, мы с ними проводим беседы, но молодые люди не считают себя зависимыми, соответственно, не считают, что им необходимо лечение. И стаж, видать, у них еще не такой большой, как да, то есть они еще не прочувствовали тех негативных последствий, которые бы могли быть для их здоровья, по этой причине они не обращаются. Скажите, и какой процент отказов от курения после посещения ваших курсов? Вы знаете, процент отказа очень высокий, в принципе, от 70 до 80% отказываются. Причины возвращения – недостаточная мотивация или несистематическое посещение кабинета и несистематический прием лекарственных средств. А лекарственные средства – это все-таки необходимо, вы считаете? Нет, для всех. Нет, разные группы зависят от стажа курения, от физиологии самого человека, опять-таки, решается индивидуально. То есть, ну, если препараты назначены, их необходимо принимать. А что препараты делают? Они замещают никотин или позволяют избавиться от каких-то эффектов никотиновых? Ну, все препараты – это заместительная никотиновая терапия, да, то есть они дают микродозы никотина, и они блокируют, скажем так, производимый табаком эффект, то есть вот эту эйфорию. Человек не испытывает желаемых чувств при курении. Естественно, тогда он понимает, так он не получает определенной эйфории, расслабленности, что это нет смысла продолжать употреблять. А могут ли эти препараты сами вызвать зависимость? Нет, эти препараты не могут вызвать зависимость. Потому что не дают никакой эффекта, судя по всему, да? Да, все верно. Понятно. Ну и вот насчет закона, кстати, мы уже затронули эту тему. А как вы считаете, действенный способ у нас государство выбрало? Я считаю, что это очень действенный способ, опять-таки. Сигареты исчезли, как я считаю, из свободной продажи. То есть они не продаются на каждом углу. И многие люди просто, им даже стало, ну, лень ходить через там 4 дома, через 5 домов, да, в большой магазин, чтобы купить сигареты. То есть их, когда ты приходишь в магазин, они не стоят перед твоим лицом, соответственно, даже многие курильщики сами это отмечают, что мы даже забываем купить сигареты, потому что мы их не видим. А как вы считаете, как специалист, что помогло, какой бы шаг помог вообще полностью избавить нашу страну от курильщиков? Я думаю, никакой бы шаг не помог это сделать, потому что люди издревле находили чем себя, скажем так, расслабить. То есть это был алкоголь, это были наркотики растительные, да, то есть это был табак, поэтому избавить мы не сможем. Но... мы можем сократить число курильщиков. И можем какую-то мотивацию дать. Да, мы можем дать мотивацию, можем опять-таки объяснить, что быть здоровым – это замечательно, но нам нужен адекватный способ снятия стресса у людей. Пока такого способа нет. То есть вы считаете, надо чем-то заменить? Естественно. То есть, когда вы что-то забираете, надо что-то дать взамен. Спорт в этом случае? Спорт – это эффективно. Эффективно? В принципе, да. Но если человек испытывает от этого какую-то радость, потому что не все люди относят себя к спортивным. То есть, ну а стресс, действительно, он в современном мире очень силен, а человеку снять его просто нечем. Люди иногда начинают выпивать немного, расслабляясь. Ну, в принципе, к этому же способу прибегают животные. Например, если вы видели, по-моему, пару лет назад в Петербурге, все думали, что это эпидемия, птички падали замертво и лежали. У них бедных птичек исследовали, а выяснилось, что произошло внезапное потепление, и забродили ягоды рябины. То есть птички просто слетели, все выпили и упали пьяненькие. То есть они просто расслаблялись? Они просто расслаблялись. То есть это делают животные.
То есть, это один из способов снятия стресса. Вы говорите, что это прям нам необходимо вот на каком-то таком природном уровне, естественном, да? Да, потому что иногда стресс переходит в так называемый дистресс, который человек уже терпеть не может. То есть, если человек найдет для себя адекватный способ коррекции этого дистресса, тогда будет замечательно. То есть это может быть спорт, это может быть определенное хобби, это может быть, в принципе, общение с близкими, с родными. Но когда такой способ не найден, да, в принципе, немного вина не повредит. Популярный очень метод в Америке, насколько я знаю. Антидепрессанты. Антидепрессанты – это неплохой метод, но это метод лечения, то есть это не метод профилактики. Объясню. То есть если у человека, да, существует сниженное настроение в течение более чем 2 недели, да, он нарушается его ежедневное функционирование, ему ничего не хочется, появляется бессонница, снижается аппетит, да, снижается либидо, тогда да, нужны антидепрессанты. А как метод профилактики их принимать категорически не рекомендуется. Не рекомендуется. Да, потому что организм потом просто перестанет вырабатывать собственные гормоны счастья. Эндорфины. Все верно. Скажите, а вы в своей практике часто прибегаете к антидепрессантам? Ну, работая в таком заведении, то есть к нам-то люди обращаются не с профилактической целью, а именно с лечебной лечение. Целью, поэтому, естественно, да. Выписывайте, да? Да, конечно. Если бы сказать, то есть если назвать несколько аргументов, которые, вот, может быть, на зрители бы сейчас услышали и подумали, что действительно, те, кто курит, что неплохо бы действительно бросить курить, какие бы вы аргументы назвали в первую очередь? На мой взгляд, расширится поле жизни, то есть действительно краски становятся ярче. Ты чувствуешь больше, ты становишься в первую очередь независим. Тебе не обязательно в дождь, в снег идти за пачкой сигарет и думать о том, что вот у меня эти сигареты заканчиваются, а мне что-то надо делать. То есть ты не привязан, ты свободен. Не говоря о том, что уже меняется твое здоровье. То есть ты за собственные деньги травишь сам себя. Ты, по сути, становишься рабом собственных привычек, которые ограничивают твою жизнедеятельность. Например, в самолете ты относишься, скажем так, к числу... Ты не можешь наслаждаться полетом, потому что ты понимаешь, что уже время, и я хочу выйти покурить. Mm-hmm. То есть у тебя проблемы в поезде. То есть ты не можешь покурить, там, не знаю, стоя во дворе, на детской площадке. Ты не можешь покурить в подъезде, потому что соседи могут вызвать полицию. То есть у тебя везде происходят определенные ограничения. Уже в обществе. Потому что общество настроено на то, чтобы как раз... Да, потому что есть люди абсолютно привычку. Не курящие, а для них вдыхать дым курящего человека еще более вредно, чем даже для самого курильщика. Естественно, они не хотят это получать, дополнительную дозу никотина. Поэтому они агрессивно настроены к курящим людям. Mm-hmm. И даже по этой причине многие люди бросают курить, осознавая вред, наносимый даже собственным детям. Ксения Александровна, спасибо, что пришли и ответили сегодня на наши вопросы. Было интересно. Пожалуйста. А я напомню, что сегодня мы говорили с психотерапевтом Ноябрьского психоневрологического диспансера Ксенией Бенисович. До свидания.